Вы знаете, я очень рада за позицию прокуратуры. Она показала сегодня свое истинное лицо. Все теперь видят, что никакой политики в этом деле абсолютно нету. Ну, а дальше мы будем смотреть, что будет дальше. И надеюсь, что данное решение суда все-таки отразится на судьбах еще тех людей, по которым изменена подписка о невыезде на содержание под стражей, такими же приговорами судов, как состоялся вчера у нас. Понимаете, это прецедентное решение в нашей стране, на самом деле. Аналогичных ситуаций, насколько мне известно, было одна или две в других регионах. И по сути людей не выпускают из-под стражи, когда по приговору суда для исполнения его их заключают под стражу. Соответственно, теперь я думаю, что адвокаты воспользуются этой ситуацией и другим людям тоже поможет сегодняшнее решение суда.